Привет, девчонки! Сегодня, наконец-то, тема «Первый месяц жизни ребенка». И я вам, конечно же, расскажу все то, что происходило с нами и с ребенком тоже. Ну и первое — это, конечно, физическое состояние. Болит все в области таза. Это естественно, я думаю, но болит оно вот таким вот образом, как если бы на физкультуре много долго заниматься, потом болят мышцы. Вот именно таким образом болят мышцы там все. И, естественно, это не сесть, не встать, это первые два шага даются с трудом, все болит, вот такое вот. Оно проходит буквально там за 4-5 дней, оно отпускает, уже не болит. А потом, у меня это до сих пор еще осталось, я все время себе это должна повторять, сядь ровно, потому что как только я сажусь, у меня позвоночник вот сам по себе радуга-дуга. Вот так вот просто складывается в дугу. И сколько бы раз я себе не повторяла, сиди ровно, вот пока я об этом думаю, я сижу ровно. Как только я про это забываю, не думаю об этом, сразу уже чувствую, как я сижу, вот так вот должна на все смотреть. А сижу я много, поэтому постоянно должна об этом думать. И постоянно об этом не думаю. Просто вот уже когда... Не знаю, там спина, видимо, начинает болеть. Я просто вспоминаю об этом. А, да, надо сесть ровно. Потом относительно живота. Живот у меня ушел достаточно быстро. Буквально за 2 недели он стал таким, каким, в принципе, он был и до родов. Вообще до беременности. Там чуть-чуть просто больше такой бугорочек. Если раньше ничего не было, то сейчас есть там немножко бугорок такой. И самое ужасное, что вроде бы вот так стоишь, да, живота в принципе как бы и нет, но есть маленький такой. Только ложишься, это все, весь этот живот превращается в желеобразную форму. И просто вот так вот ты лежишь, и рядышком вот такой вот шарик возле тебя. Весь твой живот просто вот так вот скатывается шариком рядышком с тобой. Мышцы настолько ослаблены, что вот несмотря на то, что в принципе как бы живота особо нету, но мышцы вообще не держат ничего. Даже вот то малое, что осталось, они вообще ничего не держат. Со временем, конечно, чем больше двигаешься, ходишь, носишь, поднимаешь, мышцы накачиваются, как бы и начинают уже все лучше поддерживать живот. Но вначале это ужас просто какой-то. У меня все мои килограммы, в принципе, нет, 5 еще осталось, но 5 осталось и спустя 3 недели после родов. И так вот они, в принципе, и остались, и остались, и остались. И если хочешь кормить ребенка, приходится есть много. И не все такое диетическое, поэтому я так чувствую, эти 5 килограмм останутся надолго со мной. В общем, потом еще вот относительно еды тоже поешь, и такое неприятное ощущение просто вот именно в желудке, сам желудок просто, он раньше медленно поднимался, а потом бах! И вернулся сразу на свое исходное положение. И вот этот резкий такой переход, что он снова опустился, вот только поешь, и такое неприятное ощущение, вот просто оно тянет как-то, я не знаю, но тоже быстро проходит. Там буквально за 2 недели максимум, мне кажется. Я даже не заметила, когда оно прошло, потому что тянуло, потом все время с каждым разом все слабее, и вообще потом когда-то прошло. Также еще кое-что, это то, что вообще не укладывалось в моей голове долгое время. Раньше присесть на корточки, встать, это вообще легко и просто все делалось. Сейчас, ну то есть не сейчас, а вот раньше, да, в начале сразу после родов, просто встать с кровати самой вот так вот, чтобы не опираться, это вообще что-то из ряда вон выходящее было бы. Встать самой вообще невозможно. Я молчу про подняться там вот с пола, к примеру, или присесть на корточки, а потом встать. Это вообще нереально. Настолько мышцы ослаблены, настолько
В ногах вообще нет силы, это ужас какой-то. Потом эта сила появляется, чем чаще села, встала, тем лучше тренируешь ноги. И вот таких села, встала в первую неделю делаешь точно по 50 раз в день. И таким образом накачиваешь обратно свои мышцы на ногах. Теперь можно бесшумно, легко встать с дивана или с кровати и отнести ребенка на спальное место. И вот то, что я говорила с памятью, это было такое, что вот забываешь просто все, а потом тоже оно возвращается. То есть не то, чтобы память возвращается, а такого уже не наблюдаешь за собой, что ой, забыла включить, ой, забыла выключить. Такого уже нет. Вот оно просто проходит. Теперь относительно эмоциональной стороны, психологическая сторона моя. Эти эмоции, они просто вот именно с того момента, как Даша родилась, несколько недель подряд вот просто не проходили, вообще не проходили. То есть у меня всегда глаза были на мокром месте. Мне вообще много не надо, честно говоря. Но этот период был, это вообще просто вот от одной мысли, от одного какого-то движения, от вот именно вот мысли достаточно было просто, чтобы у меня уже слезы наворачивались. Или прямо текли в три ручья, как это в основном и бывало. В общем, Даша плакала, и я вместе с ней. Она плачет, потому что просто, чтобы показать, что вот ей что-то надо поменять, там, или памперс, или она голодная, там. А я плачу, потому что считаю, что все, что я не делаю, все не так, все неправильно. Вот я такая непутевая, и все у меня не получается. И вот у других, ну, 100% по-другому, а вот только у меня такое. Но потом я поняла, что плач — это вот просто неотъемлемое на данный период, что не надо это все так близко прямо воспринимать. То есть я делаю все возможное, чтобы ее успокоить, но в этот момент не рыдаю сама и не схожу с ума от этого, как это было в начале. Это просто, сейчас я понимаю, что это были просто эмоции, но со временем даже это устаканивается и это проходит. Потом, самое любимое занятие вообще у меня, если хочется поплакать, а такое бывает, и это нормально, так стресс проходит, в общем. Надо подумать о чем-то. И обычно думаешь на немецком, и если тебе вот не хватает какой-то там вот капелюшечки, чтобы у тебя начали слезы капать из глаз, надо про это же подумать на родном языке. Вот как только я подумаю об этом по-русски, у меня сразу слезы там текут, весь стресс вытекает, и все хорошо, и все замечательно. Так вот, относительно этого периода, не знаю. Мне хватало только одной идеи подумать о том, что у меня родилась моя маленькая девочка. Только подумать об этом, вот даже не произносить это как-то вот про себя, вот только одной идеи, вот она где-то промелькнула, все, у меня уже глаза мокрые. Если я и хотела сказать, ты моя маленькая девочка, у меня только было, ты моя ма. И все. И дальше, дальше пауза. Мокрая пауза. В общем, это тоже такой эмоциональный момент, который просто проходит сам по себе. Я не думаю, что этот период назывался у меня депрессией, но это просто было, вот просто было такое. Потом, тоже такой момент, который. Не знаю, есть он у всех, вот напишите, если у вас такое было, потому что все там приходили, да, и ой, такая она хорошенькая, ой, такая. А я не могла такого сказать о своем ребенке. Не знаю, может быть, просто вот вся вот эта вот нагрузка, все вот это вот то, что свалилось, и последнее, о чем ты думаешь, это хорошенький у тебя ребенок или нет. Ты, наверное, просто рада, что вот оно. Наконец-то все, ну как один период закончился, что теперь начинается другой. Я вот, например, не могла такого сказать, не знаю. Ну вот так оно было. Потом тоже у тебя есть ребенок, но я долгое время не ощущала себя мамой.
Ну, точно недели 4. Мне кажется, у меня это совершенно недавно началось. Хотя вот так, если подумаю, ну, началось недавно, скажем так. Но то, что Даша мне дорога и то, что я ее хочу, это я почувствовала в первый день, когда мы вернулись из клиники. Мы пошли с мужем в душ, как обычно. И вот уже выходим. Я открываю дверь, хочу открыть дверь. Тяну ручку, а дверь не открывается. Может быть, я слишком слабо надавила. Может быть, просто вот от пара, от всего этого, от теплоты, там дверь перекосила, разбухла, она, не знаю. В общем, я потянула, она не открывается. Я сразу же потянула еще раз, и дверь открылась. Так вот, в эти 2 миллисекунды в моей голове пролетели такие мысли. Мы тут застряли навсегда. Как мы отсюда выберемся? Сейчас Даша проснется, будет плакать. Кто вообще к ней придет? Я не взяла iPhone, муж точно тоже его не взял. Как мы вообще скажем кому-то, что мы тут, спасите нас, откройте двери? Я вот со всеми этими мыслями, с глазами полными слез, поворачиваюсь к нему, смотрю на него. Он все понимает и говорит: не переживай, даже если бы она не открывалась, у нас там отвертки спрятаны, мы бы там повыкручивали болты, шурупы, не знаю, что там выкручивается, мы бы открыли, да и дверь эта слабая, я бы ее выбил, там, не знаю, вот он, видимо, просто пытался меня успокоить, потому что сейчас я думаю, выбить эту дверь, это нереально однозначно. В общем, вот в эти 2 секунды, когда я не смогла, даже какой там 2 секунды, там даже одна, наверное, не успела пройти, потому что это было вот так, тянешь и еще раз нажимаешь и тянешь. Ну, вот это все было быстро, но за это время тысячи идей просто пролетели в голове, и ни одна из них не была такая вся замечательная. А вот еще в первый день, я помню, когда она только родилась, я все время смотрела на нее, вот просто не отрываясь. Смотрела, как она спит, как она дышит, как она ест. Вот просто смотрела на нее, не отрываясь. И потом уже к нам заходила акушер, чтобы посмотреть, как там матка возвращается на свои места. И она заходила, ну, наверное, раза 4 за день. И я все время вот так вот поднимаю глаза и вижу все только расплывчато. Такое все. Нету конкретной картинки, потому что смотришь все время вот так вот близко, 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 а потом вдаль и просто там размытая картина такая. Но я думаю, не стоит говорить, что когда я смотрела, то там у меня глаза были все равно на мокром месте. Потом вот этот миф о том, что дети в первый месяц жизни только спят и едят, у меня такое было только в первые 2 дня в клинике, потому что она теми ночами вообще спала все время, им там вообще ни еды, ничего не надо было. А потом у нас вот просто, чтобы покормить ее, один раз покормить, это у меня уходит час, уходило час, 1:20, поменять памперс, потом покормить ее. Вот она пока разберется с одной стороной, пока она разберется с другой стороной, между этим у нее паузы, она немножко засыпает, потом просыпается, вспоминает, что надо поесть. И, в общем, на все вот это у меня уходило больше часа в среднем. И получается, что ее как минимум там раз 8, наверное, надо покормить, и вот она тебе уже 8 часов не спит. Потом она поела, ее надо укачать. Я ее пыталась укладывать вначале в ее кроватку, кстати, которая пустует, потому что ей больше нравится спать в нашей комнате. И это пока ты дождешься, чтобы она уснула, пока ты ее положишь в кроватку, а вдруг она еще проснется, снова ее надо укачивать, там, ну, ждать, пока она уснет. Это очень много времени на это уходит. Поэтому поспала, поела, поспала, поела. Да, они ничем другим не занимаются в этот период, но это не так, что вот она поела 15 минут и спать, поела и сразу спать. Это совершенно не так. И когда ты слышишь, что вот так оно происходит, и в жизни в твоей все по-другому, то
Потом, конечно, через 3 недели вообще легче становится жить, вот просто втягиваешься, привыкаешь, легче вставать ночью. Единственное, с чем я до сих пор не могу никак свыкнуться, это вставать утром. Мне все равно, во сколько утром, в 8 утра вставать, в 9 утра вставать, в 10, в 11. Мне, во-первых, холодно в любое время, когда бы я не вставала. Но надо поменять памперс, если мужа нету дома, то это должна сделать я. И поэтому вставать утром, вот для меня это самое тяжелое до сих пор. Вот я сейчас 6 недель будет, никак не могу с этим с этим свыкнуться. Но все остальное намного легче. Не так чувствуется недосып. Если раньше там спишь по 9-10 часов в сутки, то сейчас хватает и 5-6, в принципе, и чувствуешь себя неплохо. Еще что у меня такое вот развилось, вот до сих пор, вплоть до вчерашнего дня. Может быть, потому что мы живем в студии, у нас только 2 двери на кухню и ванную. Но как только я одну из этих дверей закрываю, то есть я на кухне закрыла за собой дверь, мне все время кажется, что я слышу плач. И я должна все время открыть двери. Плачет? Нет, не плачет. Вот она спит, она спит. Я там делаю свои дела, там или в ванной, или на кухне. Закрываю двери. И все время меня преследует плач. Это прямо как наваждение какое-то уже. И я тоже мужу говорила, она плачет? Он говорит, нет, я ничего не слышу. Открываем двери, на самом деле тишина. Это только вот у меня, только в голове. У кого-то в закрытых пространствах развивается клаустрофобия, у меня вот другое. Вот, в общем-то, ну, я думаю, не стоит говорить, что постоянно меняешь памперсы, что постоянно кормишь, что постоянно там вот в таком режиме ожидания находишься. Но это на самом деле в первые 3 недели только. Вот если их пережить, потом становится легче. Просто привыкаешь, просто становится на самом деле легче. Поэтому, девчонки, если вы еще вот в таком, как это, ну вот в таком же состоянии, в котором была и я пару недель назад, то знаете, оно пройдет, и потом, ну, легче, в принципе, как бы и не станет, но просто привыкаешь и начинаешь уже получать от этого удовольствие. Пишите мне свои истории, как у вас проходил первый месяц жизни малыша. Мне будет очень интересно почитать. А я желаю вам всего хорошего. Пока-пока. До следующего видео.